Уже несколько раз даже в иностранных обзорах я видел такую фразу: Huawei – это сегодня лучший ноутбук на рынке. Речь идет о компании, которая всегда выпускала смартфоны и планшеты. И вот они выпустили новую категорию устройств, и людям это понравилось. Всем привет, меня зовут Ким, и сегодня на обзоре ноутбук Huawei MateBook X Pro. Внешность просто суперсовременный, корпус 14,6 мм, вес 1,33 кг. Да, по цифрам вроде все стандартно, но в жизни MateBook X Pro как будто легче и тоньше. Корпус сделан из алюминия, и серьезный подход от известного бренда видно сразу. Смотрим здесь экран, тонкие рамки, но инженеры постарались поставить максимальную диагональ в этот корпус, так что в вашем распоряжении 13,9 дюйма. Формат экрана Full View, он занимает 91% площади крышки ноутбука. Пара интересных фактов, характеристик экрана. Это 3K LTPS экран, 3000 на 2000 пикселей, плотность пикселей 260 точек на дюйм, яркость 450 нит и контрастность 1500 к 1. Кстати, тут 4 динамика. И система Dolby Atmos. А также 4 микрофона, такие ноутбуки часто используют для работы, и в каком-нибудь скайпе это очень пригодится. Тут сенсорный экран, сделан из тонкого стекла Corning Gorilla, и на этом покрытии не остаются отпечатки пальцев. Многие думают, что тонкий корпус это так себе кулеры, а значит простая начинка. В этом ноутбуке процессор Intel Core i5 8-го поколения и дискретная графика NVIDIA GeForce MX150. 2 гига памяти GDDR5. Это вариант для тех, кому нужна высокая скорость во время обработки изображений, редактирования видео и стабильная работа игр. Остальные спеки, кстати, тоже не подкачали. Это 8 гигов оперативки и накопитель на 256 гигов. Но, честно говоря, мне больше всего было интересно потестить клавиатуру, потому что у Huawei мало опыта в этом деле, а сделать сразу хорошую клавиатуру – это довольно непросто. Но по итогам тестов могу сказать, что клавиатура и тачпад могут вам понравиться. В этом ноутбуке есть два секрета. Первый – это кнопка включения. Она же встроена в сканер отпечатков пальцев, и это удобно. Не нужно каждый раз вводить пароль, просто приложили палец и готово. Второе – нажимаем сюда, и появляется веб-камера. Она не занимает места в рамке вокруг экрана и всегда закрыта. Есть люди, которые переживают, что за ними наблюдают, так вот эта штучка поможет решить такую проблему. Осталось ли место для разъемов? Место осталось. Тут у нас USB, полноценный USB, красота. А с этой стороны 3,5 мм и два порта USB Type-C, причем один из них совмещен с Thunderbolt, то есть можно подключить, допустим, монитор или быстрый SSD-диск. Заявленное время автономной работы 12 часов, но, честно говоря, я бы рассчитывал на 6-8, особенно если вы постоянно в интернете. Huawei MateBook X пока что представлен на российском рынке только в одном цвете, вот таком вот космическом сером, и напомним основные фишки этого ноутбука. Тонкий алюминиевый корпус, экран Full View, мощная начинка и удобная клавиатура. Секретом. Актуальная стоимость, как обычно, по ссылке в описании к видео. Лайки, подписка на канал.